почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, профессор Вятского государственного университета. О, эти девы! В каждом рекламном ролике, в каждой рекламной строке. Алекс Михаилидис, автор популярного «Безмолвного пациента», написал второй роман «Девы». Действие происходит все в тех же условиях, что и действие первого романа, ставшего бестселлером. Два главных героя двух романов были студентами одного и того же научного руководителя и знали друг друга. Главная героиня «Дев» – странная, недальновидная, несчастная, зашоренная Марианна. Ее приглашают для расследования убийства в колледж, где учится ее племянница Зои. Читается легко, главы не дают заскучать, нам представлены динамичные диалоги, греческие отсылки и неожиданный поворот сюжета. И опять это Марианна со своим тяжелым детством, потерей родственников, наконец, потерей горячо любимого мужа Себастьяна. Но Марианна ведет себя, как я уже говорила, на редкость глупо. Она врезается в сюжет, уверенная, что убийца профессор Фоска идет к нему домой на свидание. При этом она всего боится и трясется, как осиновый лист. Но профессионалы, копы в лучших традициях не обращают внимания на всякие там мелочи. Они лишены логичности и реалистичности. Марианна у всех нормальных читателей вызывает антипатию, ведь она не способна справиться ни с какими вызовами реальности. Поэтому она кажется беспомощным и посредственным персонажем. Все завязано на симпосиях. Не забываем, что автор упрямый грек. Почему Персефона? Этот миф необычайно популярен и важен. А еще зачем в этом детективе так много Еврипида и Теннисона? И если с первым хоть как-то понятно, то зачем второй? Итак, убийство девушек происходит на территории колледжа. Убийца не пойман. В финале этого детектива Марианна разочарована, потому что главным злом оказался ее любимый покойный муж и горячо любимая племянница Зои. Читаем «Дев» и составляем свое мнение 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам: Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! «Дай почитать».